Всем привет, дорогие друзья, с вами Лего, и наконец-таки я еле-еле смог запустить эту игрушку The Day After Tomorrow. Сразу говорю, извиняюсь за верхние и нижние вот такие вот разъемы черноты, и все на китайском. Вообще, игрушка в скором времени появится у нас на Android Market. Когда? Естественно, я не знаю, никто не знает. Но для вас я могу показать геймплей, а далее, если вам очень сильно понравится и мы наберем много лайков, то я могу играть в эту китайскую версию дальше. И я практически уже разобрался с тем, как ее запустить на ПК. Ну, об этом, я думаю, в следующем ролике и, может быть, даже не придется об этом говорить. Еще раз напоминаю, игра, ребят, мобильная. На самом деле это что-то. Я так понимаю, разрабы Tencent, но могу ошибаться. Погуглите, в общем-то, информацию в интернете. И вообще самый прикол, что у нас-то она, понятное дело, что называется The Day After Tomorrow. А тут как она называется? mrzh.com — это ее сайт. А вверху, наверное, тоже такое есть название. Ну что, кстати, я, наверное, неделю создавал персонажа. Я не знаю, почему я не мог законнектиться, но были траблы. Сейчас этих траблов нету. Я буду играть чисто на телефоне, то есть не на ПК, не на клавиатуре, а рили на телефоне. Я надеюсь, что у нас получится зайти. Вот еще что самое интересное. Потому что проблемы со входом каждый раз. Я не знаю почему. Итак, приятного просмотра. Что-то наподобие Last Day, только третьего лица с собаками и прочими штуками. Так. Ох ты! Графоуни. Мы должны зачекать здесь графоуни обязательно. Типа дальше поехали. Но перевод, как обычно, в лучших традициях. Ни хрена не понятно. Но когда она выйдет к нам, я думаю, это будет очень топово. Вы прикиньте, игрушка с онлайном, где вы можете бегать с чуваками, с ПВП. Я так понимаю, строить базы, дефаться. Но я думаю, это будет очень круто. А если еще и дадут возможность на ПК-шке поиграть с ланчером, то будет вообще крутяк просто. Графоуни, я считаю, для мобилки прямо топ. Я думаю, что в диалогах я не буду молчать, потому что вы все равно ни хрена не поймете, и я тоже, о чем вообще речь. Но наша задача — посмотреть открытый мир. Наша задача... Ну, и вы, кстати, не видели, как я выбрал персонажа и свою собаку. Я так понимаю. Кстати, извините, я болею, поэтому стримов пока мы не видим. Это наш компьютер, который мы разблокируем. Наш персонаж. Персональная информация. Все от души. И вот они поперли. Квестики лютые. Так, а что здесь надо делать? Гоу, дальше пройдем. Игрушка от третьего лица. Игрушка, я так понимаю, мультиплеерная полностью. У нас есть ХП, еда, бэкпэк вот здесь вот. Отлично, мы нашли бэкпэк, мы попали в аварию в какую-то на Уральчике. Сорян еще раз. Так, что у нас тут еще есть-то? Аптека, бинты, это бандажи. Слушайте, он перевязывается прям как в PUBG Mobile. А, сразу заки... О, 122. Дядя. Так, а у них хпшки видны? Давай ушатаем. О, другалик нам поможет. Я, говорит, тебе помогу. Спасибо, бро. Спасибо. Побежали. Еще один Урал. Мы сейчас на нем поедем. А самому управлять потом можно будет Уралами? Че, бать? Эй, Шайза. Я знаю, ты, говорит, очень красава. Якучи. Меня зовут Лукути. Блять, как же охота чисто русский перевод в этой игре. Я бы с удовольствием ее попроходил. Не, ну рили. Так, он нам дал, типа, топор. Я так понимаю, мы сейчас можем фармить? Да ладно! Чун-чун-чун-чун-чун. Поехала жара! Пошел фарм дерева. Дальше что? Фарм камня. Зафармили камень. Дальше поехали. А, у нас еще есть сила удара, да? О, это из чего, наверное, делать бандажики. Ух, крутотенько. Так, давай посмотрим, что мы можем тут сделать. Ага, это наш крафт-инвентарь. Так.
Я могу сделать себе какой-то кукри, что ли. О, кукри-ножик у нас есть. И я сразу его возьму. Отдушенски. Еще возьму траву. Тут типа задание в верхнем углу, что надо делать. Я такой, ну окей. Как-нибудь что-нибудь замутим. О, подсадочка. Бро, ты где? Сейчас мы еще тут пособираем всякой фигни. Слушай, а там... Вот это же ягоды, которые могу хавать, да? Отлично. Ягоды есть. Куда нам показывают идти? К Другалику? Слушай, Другалик, у меня есть теперь ножик. Да-да-да. От души, братан. Поехали. Так, а что он теперь надо, говорит, сделать? Что-то скрафтить надо, а что, я не понимаю. О, собака появилась. Здорово. Кстати, этого пса я сам создавал. Там был на выбор бульдог, овчарка и еще какая-то фигня. Я выбрал овчарочку. Да ладно, ладно, не лай. И дальше нам куда? Она зовет типа меня? Слушай, она мне будет потом помогать фармить? Я хочу посмотреть, как будет система дома выглядеть. Система поездок и ПВП. Типа захвата и все такое. Еще раз повторяю, игрушка на мобильные устройства. На мобильные. Эй, чунь-чунь-чунь-чунь. Поехали, нам пора идти. Слушай, эти травы всякие, муравы бесконечно попадаются. 21 градус на карте показывают. Вот наш дом, кстати, да? Ага. Перевод лютый, конечно. Ну а куда поделать? Приходится идти в планеты все, ребят, показывать вам Android игры новые. Чинь-чинь-чунь-чунь-чинь. О, он говорит, я знаю, как пройти туда. От души погнали. Но в эту игру по-любому можно будет катать. Мне кажется, через ланчер потом. Хайса. Хайса, здорово. Во. Пипец, тут сколько взаимодействий. Потом, наверное, с другом играя, будут миссии, которые только вдвоем сможешь пройти. Ух ты, подожди. А ему как помочь? А, скинуть вот тут лестницу. Держи, браток. Так, а если с кукри ударить? Вот, души. Фига, гол, заходим в дом. О, это наш верстак, аптеки. Когда будет мясо и фарм? Что такое? Опять они пришли. Система фарма, конечно... О, меня сейчас ушатают. Дядя. Бежать, говорит, пора. Вот и я про то же. Что-то все плохо. Куда дальше-то бежать? Дядя. Это что за хрень? Тут еще и боссы будут? Ни хрена себе. Это что такое? Нормально. Что самое интересное, у меня на Samsung S8 все отлично идет. Я даже боюсь назад смотреть. Блять, эта херня бежит за мной. Бежим. Бежим. Я так понимаю, эта хренотень не уходит, да? Все, она ушла. Фух. Короче, я так понимаю, здесь зомби и всякие мутации, по типу Resident Evil, что ли? Вот это хрень. Чекайте, пацаны. Вот это просто... Еба. Не, ну графа, конечно... Графа просто все... И когда она выйдет в нашем сторе, все survival игры просто умрут, отвечаю. Ну, если, конечно, единственный минус, что у этой игры очень... Наверное, она требовательная будет. Но по огромному миру, если посмотреть по карте, ё-моё. То есть, ну, везде походить. А вот эти стрелочки, как мой РПГ. Типа, куда идти и все такое. А я же могу на изичах открыть инвентарь и просто похавать вот эту штуку. Правда, я не вижу, сколько она восстанавливает. Она не восстанавливает, она только голод прибавляет. Ну, голубым дожнемся один раз. Слушай, а... В крафте бандажи, если сделать, что стоит? Во, гоу сделаем.
Бандажи наши все, как я понял. Нужно собирать под бандажик и еду. Еда тоже не помешает. Слушай, это наша что, база сейчас будет? На самом деле, собирать можно много чего. Фармировать, по дороге ходить. Ну, пока нам... О-о-о! Это другие люди или нет? Или NPC-шки? Здорово, пацан. Тихо. Давайте дружить. Ебать, зачем нужно было с ними стягаться-то? У меня сейчас устанет перс. Нормально. А лутануть нельзя их? Го лутануть, я хочу лутануть. Взяли пацаков, ушатали. Опа. Если бы я еще понимал, что тут делать. Так, это сообщение людей в пати, что ли, которые собирают. Взяли челиков, напинали. Ой, Чихуа. А он мне желтую куда показывает, я туда и нажимаю. Я же не знал. Ох ты. Ох ты. Забрать, конечно. А какая кнопка забрать? Эй, дядя, чё тебе не нравится? Дядя? Типа у меня перевес, что ли? 7.21, нет, нормально. Почему-то я не могу ее взять. Это вот, вот я не понимаю, что она пишет. О, да. 94 из 40. 94 из 40. А, для него типа патрики нужны. Так что ли? Так. Давай сейчас соберем патрики. Ох ты. Ни хрена там лута дали. Теперь я смогу зарядить? Нет? Понял. Так, ну что, валим отсюда. Вот это что за приемник, интересно? Это типа чат. Чат онлайн и все дела. Ну что, валим отсюда? Блин, но он же что-то говорит, типа. Так, у меня есть ограждение, палки, вилки, шмилки. Из оружия кукри только. Это, кстати, как делать? А, это крафтить. Сори. Преграды можно крафтить. Так. Во. Типа я могу их поставить. Ох ты. Крафт попер, прикиньте. Еба, прикольно. Оп, закрафтил. И хоп. И хоп, закрафтил. И что теперь? Да, он сейчас потихо отремонтирует вертолет, пока я сделал ограждение. Ни хрена себе топово. Ух ты, что такое? Это пацаки идут? Зомби идут. Ты долго будешь ремонтировать, дядя? Где? Во, они идут. Хватит ломать. Ты дядя, блин. Пошел отсюда. Я по нему не попадаю, он по мне попадает. Да иди-ка ты нахрен. Дядь, ты долго будешь ремонтировать? А то нам валить пора. Я как-то должен был забрать этот. Тихо. Еба. А вот это вот. Вот это вот был нежданчик. Под названием «Я взрываюсь». Вот это был нежданчик. Давай отъезжай-ка. Отлично. Так, гоу еще. Это что за... Вот, 200 хп. Валим, валим отсюда. Крокозябло бежит за нами. Я в шоке, что я играю на андроиде. Нормально. Нормально.
Не. Ну что, ребят, если хотите видеть продолжение данной игрушки, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Вы были на канале Lego Play, и я думаю, что вам игрушка понравится. Игрушка мобильная, еще раз повторяю. Еще раз говорю, с вами был Лего, всем удачи и всем пока-пока.